Всем привет! С вами Андрей и... И еще куча людей, например, я, Миша, Мол и... И Семьюра! Семьюра, поздоровайся! Я... А еще там какой-то паук на том острове роется! Грифер! Смотри, Грифер! Он нас гриферит, надо срочно к нему построиться! Миша, почему ты землей строишься? Это второй сезон хайпиксельского скайблога, потому что прошлый мы забросили, потому что Миша надоел, и поэтому в этом мы пригласили два новых человека. О, два верстака. Я принес вам еще один верстак, вы просили, кажется. Что вы делаете? Я попробую выйти на внутренние острова. Добро пожаловать в деревню! Ого, это что, крыса? Где крыса? Класс, все. В общем, мы увидели крысу, этого достаточно, возвращаемся на наш остров. Все, я начал двигаться. О, слушайте, я сейчас скрафчу самый лучший... Это, короче... Короче, самый лучший меч в игре, вот, да? Уже на старте? Ты молодец. А, мне нужны палки. Ну, в общем, все, лучшего меча в игре не получится. Ничего себе! Ничего себе, у тебя так сейчас эпично плащ повернулся! Все, и поскольку Миша первым принес палку, мы ему первым сделаем самый лучший меч. Вот аспект Джерри. Вот. А, это не Миша. Это Миша, да. Это другой Миша. А как ты сделал? Это не миньон, а копатель офлайн, запомните. Ого, теперь благодаря Мише мы можем покупать длинную траву. Ура! Она нам так нужна была. Опа. Ура. Опа. Опа, да, сейчас все. У нас не общий кошелек, но у нас общий банковский аккаунт, я вспомнил. Опа. Опа. Добро пожаловать в лес. О, канадец. Ребята, тут канадец. Вау. Канадец мне дал сладкий топор. О, все, я наконец-таки накопил достаточно дуба, чтобы скрафтить этого миньона. Дуб-миньон, короче, профессор Оук. Блин, я машу руками, и у меня... Чем? У меня даже звук был. Ну, точнее, у меня зеленый кружочек вокруг моей аватарки был. Сим, что ты тут делаешь? Я копаю. И раз, и два, и раз, два, три, четыре. Короче, смотрите, это профессор Оук. А у меня нету топора, кстати. Где взять топор? Топор это, короче, канадец в парке дает топор под названием сладкий топор. О, Вуди? Да, Вуди, прикинь. Почему Вуди? Потому что... Дима, ты не помни, бро, Вуди кушает бревно. Поговорите с Чарли. А где он? О чем поговорить? Темный дуб. Культ костра, а можно я потушу костер? О, ель! Я, наверное, пойду. Всем спасибо за игру. Я могу сделать штаны из листвы! Ребята, огонь из, короче, пшеничных блоков сделаем броню. А, кстати, как вам наш акацевый миньон? Кстати, держите губку. Она пропала. Миш, держи. Паук, ты тоже это одень. Давайте я вам еще нагрудники сделаю, хотя может не хватить. Нет, хватает. Все, отлично. Тут на хабе у меня все снежно. Все, срочно бежим, надо успеть. Там, короче, очень интересный босс и подарочки надо искать. Вот пока что ищем подарочки, а потом придет босс, понятно? Говорю, надо ходить вместе, чтобы собирать вместе. Все, я оба подарка на крышах собрал. Тут же еще какая-то эксклюзивная рыба на этом ивенте есть. Все, у меня 13 из 20 уже. Вот кто это сделал? Там, короче, кто-то рыбачил, и он выловил злого моба. Этот моб меня ваншотнул. А, тут можно на курице летать. Мне дали комнату, которая показывает подарок. Че, реально? А где ты его получил? О, курица. Все, пойду у курицы получать этот компас. Ну,
прилетел. А, все, я нашел, я нашел. Я просто всем раздаю подарки, класс. Ну типа в этом и есть смысл ивента. Ты просто раздаешь всем подарки, которые насобирал. Ну а это была первая серия нашего Hypixel Skyblock. Надеюсь, вам понравилось, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Thank you.